Всем привет! Взяли очередной небольшой бюджетный объект, посмотрим и проанализируем состояние санузла. Ну, конечно, как всегда, надо выравнивать стены. Ставим маяки, сбиваем лишнее, соответственно, перепаиваем полотенцесушитель. Отбиваемся на уровне ванны и штукатурим гипсовые перегородки клеем. Для укладки плитки я применяю систему TLS в 1 мм, так как край плитки имеет конусное окончание. Ссылку на эту систему я на всякий случай оставлю под описанием канала. Полы мы в данном санузле класть не будем, так как везде будет линолеум. И чтоб не было перепада, было принято это решение. Далее, я думаю, можно не комментировать. Все и так будет понятно.
Всем пока. Спасибо за внимание.